камешки встречаются, и я их собираю, чтобы в будущем для газонокосилки не было препятствий опасных для ее ножей. Вот камней насобирала, теперь надо их в ведро и унести туда, где они будут необходимы. Оказалось, что стиральная машина не только стирает, но и приносит денежку. Вот такие вот интересные вещи происходят. Как мы иногда тянемся к солнцу. Смотрите. Такой высокий одуванчик. Он мне, наверное, до бедра. Вот до сюда. Такой высокий. И так все любят солнце. Тянутся к нему. И Саша как одуванчик тоже. Желтенький. Дожди, дожди у нас бесконечные. Что-то. И сегодня был немножко дождик. Поливать вообще не нужно. Совсем. Ну и хорошо, конечно. Да? Да, смотри. Ансамбль. Песни и плески. Пенсии и плески. Пенсии и плески. Помнишь? Фильм. Ансамбль. ансамбль пенсии и пляски. Это где был этот фильм? Подожди. 5 минут песня. Карнавальная ночь. Да, в Германии больше сырости, поэтому грибок. Ну да, я тут обратил внимание, на некоторых деревьях есть здесь климат, а вот я... Здесь немножко есть, да. Из Перми у меня вообще такого нет в городе. Ну там хвойные деревья, они очень хорошие антибиотические качества имеют. А, точно, может быть и так. Поэтому вот смотри, тут вот можно видеть какая-то растительность. Да. Наверное, это какое-то растение, мох типа. Это мох, смотри, вон. Это мох. Просто где-то он приплющенный, где-то нет. Наверное, какая-то, да, разновидность. Так, фокус с этой стороны сделаем. Фокус-покус. Хотите, покажу вам фокус? Да, вот он, мох. Вот он, фокус. Вот так красиво, да? Природа, это просто чудесно. Когда начинаешь смотреть. А желтое что такое? Вот желтое. Вот сюда. Желтое. Желтое. Ну, тоже, наверное, какой-то грибок. Это в возрасте, на пенсии. На пенсии. Грибок. Интересно, да? Угу. Я когда монтаж делаю, и только тогда замечаю удивительные вещи в нашей жизни. Камера замечает больше, чем наш глаз. Представляешь? Угу. Это удивительно, конечно. Так, сейчас надо навести фокус сначала, да? Потом не делается, сзади почему-то фокусируется. Вот так вот ладошку подставим, и он сейчас будет фокусироваться. О, Таня показала фокус. Посмотри, посмотри, какой грибок здесь. С такими чашечками или трубой. Инопланетный. Так интересный какой-то, да? Еще интересный. Интересный, как это? Как его назвать? И тут такой... Кратеры. Да, да. Вот так вот мы при помощи камеры-то замечаем удивительно. Ты знаешь, если взять микроскоп, вообще столько будет удивительных животных. О, да. Это точно. И вот желтенький такой интересный грибок. Подальше чуть-чуть. Вот. Да, интересно, конечно. Говорили о грибах, и он появился. Появился. Вот он. Похож на шампиньон. Может, это он и есть? Да нет, наверное, у него ножка какая-то другая. Грибы на грядке – это очень хорошо, говорят специалисты. Примета? Нет, не примета, а говорит о плодородии почвы. А еще грибы на небе плавают. А я кроликов вижу. Кроликов? Зайцев. Зайцев. Распустился один цветочек у шиповника. И закрылся. Спрятался. Только что он был раскрытый. Красивый такой. Такие листья большие у сирени белой. Просто огромнейшие. Немного навела порядок в палисаднике. Позже им займусь, гораздо позже. Надо будет ирисы пересадить по огороду. Возможно, снаружи, за забором тоже посажу, чтобы красиво было. Сиреневая сирень так разрослась, столько порослей, надо будет убирать. Сделаю обход небольшой. Мне так нравится. Перед тем, как начинать работать на огороде, делаю обход. Розочка уже вот-вот будет распускаться. Какая красота. Она маленькая-маленькая. Посмотрите. Как кабачок быстро растет. Вчера было видно только 2 листика. Сегодня уже 3-й пошел. Очень быстро сейчас пойдет в рост, судя по всему. И у этого листики больше стали. Ух ты! И свекла пошла в рост. Вот это да! И редиска буквально за один день. Прохладная погода для редиски. Прекрасно. Надо будет ее просмотреть, проредить. Что-то никак я не соберусь. А может, и так вырастет нормально. Какая-то вырастет большая, мы ее вытащим, другая будет расти. Может быть, я так думаю. Сегодня мало на огороде. Вчера, сегодня очень мало времени провожу на огороде, потому что пасмурная погода, дождливая, и комаров размножилось просто великое множество. Налетают как ненормальные. Я просто вчера не выдержала, даже побежала скорее домой. Первый раз вчера так было их много. Очень. Вот не знаю, мне кажется, или они так активно пошли в рост. Такое ощущение. Вот, начала мульчировать горох и не успела. Комары одолели просто. Ух, сколько яблочек много. Это очень радует. Ну-ка, пойдем дальше. Судя по всему, помидоры принялись. Очень бодренькие стоят. Это вот 2-й день получается. И даже на той экспериментальной части грядки тоже довольно-таки хорошо себя чувствуют. Вот он. И там тоже. Их замульчировать надо в первую очередь мне все-таки. И тогда им будет довольно-таки скоро комфортно здесь. Так. Очень радостно каждый день делать обход. Так мне нравится. Каждый день прохожусь. И смотрю, что они тут делают, как, насколько сильно выросли. Так, огурцы. Огурцы пока сидят, мне так кажется, или растут. У меня ощущение, что какие были, такие остались. Хотя, возможно, начали вон там цвести. Наверное, да. Говорят, нужно их сначала убрать, первые 3 огурчика, иначе они отдают всю силу им. А им нужно сначала хорошо развиться самим, корневой системе и стволам, и только потом давать им плодоносить. Так, ну что, все хорошо, бодренькие, Там тоже экспериментальная грядка. Прекрасно. О, и капуста взбодрилась. Здорово. Вот дождик начинается опять. Работы мои на огороде стоят. 3 лунки вырыто. Уже закончилась рассада, и я думаю, завтра поедем в город купить штук 5. Там я видела в продаже оранжевого цвета томаты. Хурма называется сорт. Ну что, баклажаны тоже хорошо принялись. На второй день прекрасная рассада мне встретилась на этот раз. Или я ее хорошо посадила. Наверное, второе правильнее, чем предыдущая. Предыдущая больше болела, потому что я ее сажала прям в сухую землю. Мне было совершенно некогда, уже темнело. И нужно было срочно просто засунуть скорее в землю. Быстро сделала лунки, закопала и только потом полила. Поэтому она долго, бедненькая, приживалась. Но вся выжила, к счастью. Жду огурцы, когда взойдут. Огурчики. А, еще вон там кукуруза, моя любимая. Любимая кукуруза. Здесь перцы желтенькие. Питания не хватает им. Здесь рядышком сеяла укроп. Но укроп долго всходит из-за эфирных масел. Попозже будет. Здесь тоже баклажаны желтоватенькие. Ну ничего, как питание пойдет, они начнут активно расти. Кукуруза пока не всходит. Она тоже долго, может быть, 10 дней даже ждать, пока она взойдет. Конечно, жиденькая моя кукурузка. Ну, естественно, первый год земледелия. Никаких органических или неорганических удобрений я не сыплю. Жду чуда от мульчи только лишь. Поэтому первый год будет вот такой вот, наверное. Но все равно, по моим наблюдениям, прошлые годы моего земледелия, как только начинает работать мульча, растения активно начинают расти. Просто на удивление. Поэтому я надеюсь, конечно, на отличные урожаи. Ну или хорошие хотя бы. Хотя бы хорошие. Горошек чуть-чуть надо освободить. Да, он сейчас хорошо пойдет в рост, только вот ему не мешать и мульчировать, и все будет здорово. Вон там он как хорошо пошел уже, и здесь тоже. Сейчас огород будет меняться буквально каждый день. Пойдет тепло, дожди. И вот кажется, вчера яблоки были гораздо меньше, чем сегодня. И так много их вдруг оказалось здесь, а я их искала. То же самое и на грядках. Каждый день будет теперь все меняться. Вот на этой грядке, которая была с бревнами, ветками и щепой, помните? Я высадила перец болгарский и баклажаны. И сейчас смотрю, бамия у меня взошла, или окра по-другому. И вот второе растение взошло. Я в каждую лунку по одному растению, по одному семечку бросила, в надежде, что все взойдут. Но пока только два зашли. Здорово. Молодцы, ребята. Молодцы мои хорошие. Саша говорит, что-то ты грустная ходишь. А я говорю, второй день не могу на огороде работать. И вот даже грустно стало. Небо облачное. Я так люблю солнце. Вот, да. И что-то я приуныла немножко. Ничего. Мои томаты. Рассада взбодрилась сегодня. Ну вот, может, и я тоже взбодрюсь. В природном земледелии самое главное — это вырастить почву. Благодаря мульче, другим средствам. Как только она становится плодородной, все, с этого момента уход за огородом гораздо приятней и легче. И овощи очень хорошо растут, большие, прекрасные, здоровые. Но до этого момента пара-тройка лет мне предстоит, наверное, пока земля. Но если я буду обильно хорошо мульчировать, нельзя, чтобы вот почва вот такая была голая. Она, как говорят специалисты, минерализуется и портится ее свойства, структура портится. Она становится менее плодородной для овощей, фруктов. То есть нельзя ее оставлять такой голой. Вот. Если на какой-то период она обнажается, все портится, ее качественно она ухудшается. Поэтому всегда должна быть в мульче, всегда должна быть прикрыта. Тогда почва здоровая, прекрасная для выращивания овощей. Вот на огурцах столько мульчи, то есть мне можно целый месяц, может быть, даже и не думать про огурцы. Только поливать, если нужно. Но сейчас дожди у нас. Буквально обещают, 2 недели будут дожди. Так что не поливать ничего не надо. Вот единственное, мне нужно сейчас замульчировать поскорее. И все. Придется отдыхать, что ли? Не, я отдыхать я не хочу. Для меня самый настоящий отдых — это вот здесь. А дома сидеть не хочу. А может, это все-таки шампиньон? Ну, очень похож сверху на шампиньон. Такие, наверное, тоже бывают шампиньончики с тонкой ножкой на природе, которые растут. Симпатяшка. Вот тут вот он у меня растет рядышком совсем. Давно я не подходила к этой грядке. Есть ли тут что-нибудь? Ну вот я смотрю, эта петрушка взошла. Здесь вот укропчик уже вовсю растет. Так, здесь у нас что? Непонятно. И вон укроп тоже. А здесь, по идее, должна была быть петрушка. Но она не взошла. Здесь взошла, а здесь не взошла. Странно. Наверное, глубоко я ее посеяла. Ну все. А семена немецкие не взошли. Ни кукуруза, ни подсолнух. Ну, это, наверное, к лучшему. Неизвестно, что за семена были. Не взошли. Или? Нет, не взошли. Но зато укропчик порадовал.